Я вас послал оповестить всех деревни еще раз. Думал на 2 часа сегодня собраться у костра. Люди новые, костра никогда не видели, почему не побыть? И у батюшки день рождения. Там побеседовал, сказал, сходи в каждый дом. Начните с крайнего. Были, Андрей? Да. Кто там дома был? Ирина, все, я ей сказал. Вы сказали, сейчас принести кто что может. Да. Так, дальше зашли. Люба. Да. У Владимира были? Были. Да. Валентина. Сказали? Не пойдет, сказала. А? Не пойдет, Валентина. Я не об этом спрашиваю. Мы сказали все. Все. Она сказала, не пойдет. Ты отвечай на вопрос. Не свои там эмоции. Дальше. Здесь к Алексею зашли? Да. Кто вышел? Матушка была. Ну его, с супругой. Мать? Мать там 4. Там их мать своя. Или Ангелина. 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 Какая-то матушка, мать. Так, что сказала? Детворы столько. Как восприняли это? Нормально, она такая. Все, дальше суть, заходить наша не надо. Дальше знаете, кому к ней не зашли. К ней не стали. Не зашли. А я сказал вам каждый год зайти. К ней не зашли. Нуль. Что-то вот мы. Почему не зашли? Объясни. Потому что нам. А тебе зачем? Потому что, когда я сказал и послал, и ты не сказал, что ты не будешь кому-то заходить. Вы еще смеетесь? Ну давайте что? Быстро я сбегаю, знаете. Я сказал каждый двор, ты бы сказал, я буду сказать, к ней не зайдут. Почему ты это не сказал? Не надо. Больше ты в посыльных у меня не будешь нигде. Да. Дальше к ней не зашли. Да. Что она? Говорит, я болею, говорит, не могу. Все? Дальше после нее зашли к Терентию. Дома никого нет, да? Нет, жена его дома пригласила. Так, что сказала? Ну она кивнула, она говорит, спаси Христа. Главное сказали, к Барбашам зашли? Да. К этой, к Серафиме? Да. Что Серафима? Володя? Никто не открыл. Я стучался, никто не открыл. Как никто не открыл? Дом закрытый. Ну, я... Ну, веранде подошли. Ну да, я постучался в дверь. Я не про это говорю. Дверь подошел в веранду, дернул дверь. Нет. Что ж я наделал-то? Зачем же я послал таких, прости Господи? Ты дорогой все сам делал, потому что ты достаточен для себя. Тебе ни Путина, ни патриарха не надо. В интернете сидишь, какие-то реплики, ни одной реплики не давай. Все гнилье одно. Значит, задача твоя сейчас же пройти, где не были. Сейчас пройдешь один. Один. И не разговаривай, только оповести. Там-то собираемся, все, хорошо. Мы сейчас уходим. Я пошел, Гнатик. Подожди, по порядку. Дальше у Барабаша кто был дома? Игорь был. Сказали? Да. Все. Меня даже не... Что они ответили? Не могу, говорит. Так, батюшки, не надо заходить. К Евгению зашли? Да. К Ерещуку Евгению. Красивый да, был. Да. Кто был дома? Людмила. Что сказали? Мы тут не могу, говорит. А? Не, отказали. Отказалось? Дальше, тут никого больше нету, до нас. Все, иди. Кому не сказали? Припомни, все сделай, скажи, приглашаем тебя на рождение в час дня. Скажи, я виноват, что вовремя не сказали. Так, уходим. Очищай.